Привет всем. Побежала на тренировку. Вот, сегодня сделаю легкую тренировку. 50 на 15, 5 подходов. Ну, спину покачаю, немного ноги покачаю. Как найду тренажерный зал, засниму, покажу, в каком состоянии у них тренажерные залы. Тут происходит вырубка хвойного леса, по-моему, хвойного. Потому что там кто-то в лесу завелся. Тут оказывается обычное явление, что кто-то где-то заводится. В водоемах, в маленьких озерках никто вообще не купается, даже близко не подходит, потому что во всех этих озерах живут аллигаторы, которые нападают на людей. Вот. Поэтому все остерегаются. Вот. Вырубили лес, какие-то животные там завелись, которые могут ночью прийти и сидеть под дверью. Так рассказывают, по крайней мере. Медведи прям заходят в гости. Поэтому тут очень строго, чтобы мусор хранили, хранят только в гаражах. На улицу ничего не выбрасывают. Раз в неделю приезжает машина, забирает весь мусор. Все, всем пока, приду на тренировку, запишу. Все тут по-американски. В общем, после себя ты должен взять влажные салфетки, которые здесь стоят. И должен вытереть тренажер за собой, на котором ты занимался. Это у них так принято. Вот, чем я и занимаюсь. Просто увидела, как делает это все тут клиенты. Welcome to America. В общем, жим я не сделаю свой запланированный, потому что тут оказывается очень маленький зал. Пару беговых дорожек, гантельный ряд. И нет даже жимовой лавки. Без знания языка я, конечно, не пойду дальше, зато есть бассейн. Сейчас через ногу покажу бассейн. Вот бассейн. И, в принципе, и все. И вот это весь тренажерный зал. В общем, тренировку закончила. Не снимаю себя, потому что показываю природу вообще, как тут красиво. Вот. Меня и так слишком много, так сказать. В общем, зал меня разочаровал полностью. Нет ни одного грифа, нет ни одной жимовой лавки, нет ни одного блина, просто блинов нет. Стоят куча беговых дорожек, как куча, 3-6 штук, по-моему, или 3 штуки, что-то я не помню даже. Пару тренажеров для спины. И ряд гантель. В принципе, все. На этом тренажерный зал заканчивается. Есть зато бассейн. Фонтанчик бежит. Вот. Все чисто, все красиво. Как я показала, ты после себя должен тренажер протереть влажной салфеткой, которые там стоят. Если бы этого не сделал мальчик, я бы так ушла со спокойной душой, совестью. Вот. Но это обязано. Обязанность у них такая. Каждый, кто позанимается, протирает за собой тренажер, на котором он тренировался. Так что вот. Иду гуляю. Если приду домой, покушаю и пойду по магазинам за шмотками. Всем пока!